Всем привет, друзья, вы на канале Frame of Ingames, меня зовут Леонид, а у нас сегодня с вами новая игра. Токио. На закате периода Сенгоку, это Секиро, Япония была охвачена нескончаемой войной, пламя сражений все бушевало, оно добралось и в горы, в земли Асина. В земли Асина. Асина земли, буду так говорить. Ну как же жестко. Как же жестко, блин. Ну его-то зачем? Вот это я понимаю. Нечего просто так, блядь, людей убивать. Он вообще безоружный. На коленях стоит перед тобой, а ты падла такая, блядь, его пытаешься убить. А война? Окончена? Окончена война. Во, блядь. Во нахуй. Вот, блядь. Ну, сука. Во, блядь. Я пойду в профессиональную озвучку. Тут драка, жесткая драка происходит, ебать он просто. О, блядь. О. Все, заколол. Нет, смотри, не заколол. Ой-ой-ой-ой-ой, прям по пузу-то. Ой-ой-ой-ой, прям ше... Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, как это жестко, как много крови, как это я люблю. О, самурай. Военачальник Тамуры больше нет. Блять, я говорю как какой-то узбек, который не умеет на русском говорить. А мастер что-то там устроил корабль и переворот и захватил власть. Я тебя не понимать, да. Но мы будем грозным голосом говорить. А сына, это, знаешь, вот эти вот резкие выпады гласных каких-то согласных, это. Ну это маленький же мальчик, блять, нахуя ты это делаешь, сука? Старый пидор. В чем дело, бродяга? Тебе уже нечего терять. Ты дурак, что ли? О-о-о, вы только посмотрите. Ты взялся за мамыч. Впечатляюще, пойдешь со мной, голодный волк. За ствол его взялся, и он его пригласил. Вот так это все время происходит. Кому-то нас достаточно просто его, как бы, меч потрогать и все. Действительно стал отличным синоби. Синоби. Слушай меня, волк. Никогда не забывай кодекс синоби. Глянь, какой шрам после тебя, пидор, остался. Я твой отец. И, блядь, поэтому мое слово закон. Сразу за ним следует слово твоего народа, я так понял. С этого момента твой господин он. Ебать, ты, конечно, такой, знаешь, прям волк. Защищай его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Освободи любой ценой. Ты ведь понял меня, не так ли, волк? Ты больше на медведя похож на какого-то. Обросший весь седой. Обросший весь и седой. Ну что, когда мы грабили? Я проходил эту игру. Я ее как... Точнее, как проходил. В смысле проходил. Я только начал у нее играть, у меня сгорел пукан, и я из нее вышел. А прошло 20 с лишним лет с той поры, как Иссин захватил власть, и клан Асина находится на грани распада. Попросили в комментариях такие, пройдись. Конечно же, пройду. А сыновья по имени Волк потерял все. Вот, а я не потерял все, поэтому меня попросили, я прохожу Секиро, и мне самому интересно. И того, кто его установил, и мальчика, которого поклялся защищать, видимо. Вот, поэтому меня попросили, и почему бы и нет. Это, кстати, между прочим, в комментариях первая игра, которую меня попросили пройти, поэтому как бы да, вот она. Самому интересно. Самому интересно. Да тебе, наверное, будет интересно посмотреть, как у меня будет гореть жопан с этого волка. Я далеко игру даже наполовину не прошел. Поэтому заставки я, кстати, не смотрел. Я все время их скипал. Это же неинтересно. Ну, Синоби. Сейчас под запись. Синоби. Синоби. Открой глаза. Эмэсэй кудасай. Ради своего господина. Ямэтэй кудасай, это, по-моему, что-то другое, нет? Че все шутят надо и говорят, типа, этот кудасай, это откуда-то там из этих, из плохих анимешных фильмов. Не очень детских. Вроде как. Наверное, я понимаю, к чему это. Открой глаза, типа. Открой глаза. Ямэтэй кудасай. Вот это все. Что с тобой стало, бродяга? Что с тобой стало, серый волк? Все, мы начинаем игру. Я вначале там покопался немножко с настройками, с чувствительностью. Чувствительность была вообще отвратительная просто.
Я, кстати, в эту игру... Вот, кстати, видишь, какая чувствительность сейчас хорошая. Такая приятная, да, для глаза, приятная. А вот был вот этот пиздец, конечно. Вот, но уходит он все равно слишком как-то резко. Взять предмет. Письмо с орнаментом. Письмо, брошенное в колодец. Волк, служащий Куро, твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Не так. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Передвигайся неслышно, будь начеку. Будь начеку. Так, ладно, пойдем. Прыжок. Я, кстати, играл в нее на джойстике, ну, через Steam, вот эту, знаешь, эту тему. Вот, там можно, короче, так делать. Но я ее прям немножко в нее играл, поэтому... Как бы... Как будто надо погромче. Меню снаряжения, быстрый доступ. Да это мы разберемся по ходу игры. Настройки звука, звука. Вот звук. И я, наверное, прибавлю и тебе, и себе немножко громкости, потому что, ну, прям вообще не слышно. Вообще ни черта не слышно, хочется погромче. Прижаться к стене, отойти от стены. X, E, видимо, да? Перемещаться, хорошо. Вот, я в ней играл на джойстике, это было прикольно довольно-таки, потому что это была моя первая игра, которая... Кородю, прижавшись к стене, выглянуть. А, просто... Ага, все. Ага, понятно. Так, пересев и прячась в кустах или передвигаясь под полом, можно не попадаться на глаза. Сейчас у вас нет меча, избегайте врагов, используя открытость. И направляйтесь к лунной башне. Если вас вот-вот заметят, на голове врага появится предупреждающий значок. Давай. Блять, присядь, дурак. Как приседать? На какую кнопку приседать? На какую? Присядь, волк. Сука, да как это делается? Да и отъебись. Погоди, где строки клавиш? Присесть, встать. Где? Кью. Ебать. Ебануться. Трусы волноваться о нем не стоит. Или как турку говорю какую-то. Передвижение под полом. Хорошо, пойдем. Пойдем под полом с тобой. Давай. Подслушать. А как подслушать? Погоди, это... это на какую? Стоп. Настройки управления. Нет, не туда. Настройки клавиш. Прыжок, присесть, управление камерой, предмет, атака. Подслушать, пробудить видение. В. Луна сегодня особенно ярко светит лунную башню. Освещает лунную башню. Божественный наследник, наверное, опять читает при лунном свете. Да, пожалуй. И все же заточить в плену ребенка, а мне его жалко. Так иди и освободи-то, блядь. Согласен, но думаю, господин Гигентиро своей резоной. Да. У меня мало хп, кстати, это неприятно. Вот, мы, скорее всего, особо частенько будем сейчас пока что вначале заходить на строечки, потому что, ну вот, приседать на кухню, конечно, это орлиный взгляд, это... дверь в лунную башню, ты проверил, что она заперта? Она, конечно, заперта, но... Ты дуру в стене... Ты дуру в стене не закроешь. Дуру? Не переживай. Дыру, конечно же. Она на самом деле на краю утеса, через нее никто не пройдет. Я, конечно же, пройду, вы че, со мной сомневались, что ли? Так, прыгай. У края хватиться за край на Е. Все на Е делается абсолютно. Вот, кстати, подсказки стоят геймпадовские, конечно же. Что меня очень сильно радует. Потому что, как бы... О, блядь. Потому что игра же оптимизирована под компьютер. А почему не оптимизированы тогда эти кнопочки? Подпрыгнуть у края, ухватиться за край. Так, видимо, на Е, да? На Е все равно. Мы все делаем на Е. Тут все самодействия на Е. Это хорошо очень. На В у нас какое-то зрение орлиное с вами, как во всех играх. Оно, кстати, просто так не работает. Хорошо. Так, нам, видимо, сюда. Давай. Давайте. Поднимайся. Поднимайся к своему слуге. Точнее, наоборот. Слуга, поднимайся к своему хозяину. У нас молчаливый, я тебе сразу скажу. Ты, скорее всего, знаешь. Это девочка. Это девочка, не пацан же. Ты посмотри. Девчонка. Я рад, что ты пришел. Погоди, как детский? Как давно мы не виделись, волк? Блять, они даже на самом деле дети. У них такой жесткий голос. Я пришел освободить вас, господин. У них даже у детей, короче, какой-то жесткий такой низкий голос, блять. Ну тогда... Блять, я не могу изобразить, Чё? Что? Где? Как? Омотео агео. Подними голову. Нам дали меч.
Кусабимару. Твой меч. Кусабимару. Блин, какой прикольный японский язык все-таки. Он такой классный, такой интересный. Мой синоби. Он очень такой в соответствии с клятвой господина и слуги. Ты посвятишь свою жизнь служению мне. Не получается мне говорить с таким акцентом детским. Джой. Я повинуюсь. У них прикольный язык, мне нравится очень сильно. Это прям вот топчик. Они так говорят, это... Кусабимару, меч, дарованный вами Куро. Это реликвия Хирата, ветви рода Асина. Асина. Меч считался потерянным, но он теперь оказался во владении волка. Имя меча Кусабимару напоминает владельцу долг синоби убивать нудожан. Он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Поговорить. Верный волк. Я вижу тройню. У меня есть кое-что. Это может пригодиться. Это особая фляга. Лечим свои раны. А фляга с лекарством, конечно же, там тыква какая-то. Я не знаю, Лора, мы будем писать, нет? А потом после ты был сильно ранен? После чего? Ты не помнишь ту ночь? Да не помню. Нет. Нет, поговорим об этом потом. У них, о, блядь, мне нравится. Мне очень... Сейчас надо выбраться из замка. Честно, по-моему... Блядь, под мостом через ров есть тайный проход. Он выведет нас из замка. Господин Исин, мне как-то о нем рассказывал. Я прошу тебя, найди этот тайный проход. Как только ты его найдешь, подай мне сигнал тростниковым свистком. Как раньше. Помнишь? Как только услышишь свисток, прибегу к тебе. Хорошо, мальчик, девочка. Так, быстрый доступ к предметам. Да, это что-то на Z, X, Z, что-то там. Так, видимо, ей надо как-то предметы из быстрого доступа. Карманная статуэтка Будды, вырезанное дерево, может использоваться многократно. Волк хранит ее с тех самых пор, как ее спас отец. Волосы детки строились со временем. Это Будда нужно, чтобы возвращаться домой. Он вернет владельца к последнему посещенному идолу речика или в разрушенный храм. Хорошо, нам надо поставить тогда флягу. Как ее использовать, кстати? На C, на Z, на Tab, на что, я не знаю. Давай посмотрим с тобой. Так, использовать инструмент в протезе, это Ctrl. Удерживать, взять, использовать предмет R. Ага, все понял. Так, ну что, девочка-мальчика. Ух, ебать, мы летаем, нахуй. Вот это мы летаем, конечно. Взять предмет. Драже. Лечебное драже постепенно восстанавливает жизнь. Тайное лекарство, секрет которого передавался из поколения в поколение. Говорят, оно применялось в битвах с незапамятных времен и дало воинам Асина их знаменитую стойкость. Коробка с этим драже служит также и боевым амулетом. О, не буянь. В конце концов. Так, инвентарь. Предметы из быстрого доступа и... Да, блядь, не идол, драже. Все, мы разобрались. Мы с тобой разобрались, теперь можем идти. Идти убивать, идти херачиться просто и убивать. Да. Давай, что ты еще скажешь? Под мостом через ров. А, ну ты, да, здесь все знаем. Все, погнали. Сейчас будем питаться. Нас встретится какой-то хуй, который нас должен убить. Цель синоби в бою — разрушить концентрацию врага. Это можно сделать, в том числе атакуя его. Лишившись концентрации, враг становится уязвим для смертельного атака. Удара. РБ. Атаковать РБ, лишив врага концентрации, выполнить смертельный удар. Все равно чуть-чуть непонятно. Почему? Потому что... Блядь, тут не адаптировано под клавиатуру. Это меня бесит. Использование инструмента, сравнить блок. Ага. Крюк F, удерживать, взять, использовать, послушать. Короче, мы просто деремся на правую кнопку мыши. Ой, на левую. На левую кнопку мыши. Поэтому как бы, да? О, мы медленно можем продвигаться, смотри. Ебать, крутые, нахуй. Ты видал? Стелс, блядь. Блядь. Сука. Ебать, пизда тебе. Так, это отражение. Там сидит кто-то? Нет, не сидит никто. Ладно, пойдем. Побежали.
Пиздиться со всеми будем. Ко мне, блядь. Отражение атак во время... Ой, блядь, больно. Дурак, что ли, а? А как это уклоняться-то, блядь? Ой, блядь. В смысле? В смысле, а как уклоняться-то? Как этот кувырок подбыть перед битом? Сука. Как уклоняться? Уклониться перекатом. Если враг сбил вас с ног... Погоди, я так и не понял. А настройки, настройка клавиш. А, уклонение, рывок... Фу, блядь, уклонение, рывок, shift. Хорошо, погнали. Так, это мы медленно двигаемся, типа, хотим его убить. Ой, блядь. Так, на... Помню по старым этим игрушкам, когда я играл в Dark Souls, не в Dark Souls, там всегда колесико мыши, это захватить цель. Это то, что нам надо. Вуаля! Иди сюда, блядь. Сейчас пизды тебе давай, блин. Ты где? Пёс! Бля, ну здесь смотри. Нету. Потерялся. Фляга с лекарством, дрожжа. У меня фляга с лекарством, кстати, есть. Полная хпшка, фляга с лекарством. Так, мне не нравится... Пидарюга. А, блядь. Ой. Не бей. Сейчас мы от них съебемся. Ща. Бля, можно как-то убрать эту херню? Мне это не нравится. Настройка камеры. Нет, невидимо, не настройка камеры. Погоди, где-то это... Мне не нравится то, что он... Настройка управления. Мне, короче, не нравится, что он... передвигается вместе с тем, когда я нажимаю на там W, D, I, S, вот это вот, понял, все. Вот, как это сделать, как это убрать? Управление камерой, сброс камеры, захват цели. Камерой, а могу я вообще убрать это? Непонятно. Чё не могу? Блядь, ну это вообще тогда неприятно. Это вообще неприятно, это невозможно тогда играть в нём будет. Мне надо как-то это убрать. Погоди, настройки камеры. Инверсия. При сбросе положения камеры, мне нравится положение. Давай вот это включу. Вот, видишь, смотри. Видишь, он вместе... Я не хочу так, я хочу, чтобы я чисто вот камеру управлял. Потому что иногда камеру очень тяжело управлять, когда он... Да, ты понял. У него, сюда иди. Давай. Блять. Иди ко мне. Иди ко мне. Выходи драться, петушара. Ну-ка давай, сюда иди. О, блять, я синобина. Сюда иди, я тебе сейчас меч в печушку засуну. Давай иди сюда. Сюда иди, я тебе говорю. Засал, да, лысый. Засал, лысый. Чем ты какой, да? Я пока чай попью. Ладно, пошли пиздиться. Ой, блядь! Ой, нахуй! О, блядь! Да, спелый. Ты меня не видишь? Ты дурак. О, там еще один. Он реально не видит, он слепой, блядь. Не надо. Ебло. Вот и все. Так, а я могу свистануть, типа... Ко мне? Ко мне, тузик? Погоди, где должно такое быть? Должно такое быть. Медленное перемещение. Да ладно, что, не могу, что ли? Сменить предмет, выбрать инструмент. Атака использовать. Прослушать, пробудить видение. Не могу, что ли? Ну свистни! Тростниковый свист. Не умею свистеть. Не умею свистеть просто, и все. Да ладно, это же нечестно. В конце концов. Дурак, что ли? И че, курять сейчас? О, блядь. Да, вам всем. Я научился отражать атаки вам всем. Да, блядь. Ко мне. Командир Синогой, как легать? Что? Кто ты, блядь? Контратака. Да я уже знаю. О, блядь. А чё так больно-то, Р? Ой, блядь.
О, нахуй! Вот! На, нахуй! А! Получил, лох! Не отвяжите. Смертельный удар по сильным врагам. Некоторые сильных врагов можно убить лишь несколькими смертельными ударами. Количество смертельных ударов необходимо, чтобы убить врага, показано красными кружками над шкалой его жизни. Каждый смертельный удар отнимает один кружок. Давай! Давай! Еще! Бей, лох! На, нахуй! Еще бей! Давай! О, блядь! На, нахуй! Ага! Хе-хе-хе! Получил, тварь! Вообще на собаку кто похож. Дрожжи. Дрожжи, это хорошо, давай попьем. Пей, дрожжи. Пей, друже. Погнали. Не открывается с этой стороны, в смысле? В смысле не открывается с этой стороны? А-а-а. Так это я так понял... А, нет, это пригоршня пепла. Комок пепла можно бросать во врага, чтобы отвлечь его. Зимы в Асинина... Асина. Очень снежные, и поэтому в очагах слепает. Скапливается очень много пепла. Блять, почему пепла? Откуда вообще пепел? Он же не должен здесь быть. Давай сразу его с тобой поставим. Пригоршня пепла. Пока непонятно, как это работает. Надо в кого-то именно... Ой, блять. Давай! Не понял. А как? А, мне вниз надо? Нет, стой. Не ври. Так. Вот, все. Да блять! Да татит от стены, господи! Вот я тебе говорю, у меня пердак с ним сгорит еще только так. У меня пердак с ним сгорит только так. Я, блядь, уже просто предвижу это. Да уйди ты от стены, ебаный дурак. Я честно. Я. Не понял. Эть. Да в смысле? Эть. Да как? Вот ты что-то сделал? Что ты, блядь, сделал? Ты на... Блядь, что? Что? Я не понимаю, что я делал. Я нажимаю на все кнопки подряд, на которые только возможно. Так, передвигайся. Вот, все другое дело. Подслушать. Ты знаешь, про тайный поход на Нерма под мостом. Нам как раз приказали охранять его. Не дают покоя охране. Пидорасы. Скоро быть в войне. Какие же у них диалоги. Какие же ты кто, блядь? Ты кто, нахуй? Карабкаться. Давай. Ты кто, блядь, такой, нахуй? Ты враг? Эй, ты кто, блядь? Это что такое, блядь? Это что такое, блядь? И драли. Так, свесится у края. Пошли. Кстати, по-моему, пока кричал, у меня голосовые связки немножко сорвал. Спрыгнуть. Давай. Так, а что такое? Дрожжи. Дрожжи, это хорошо, давай. Там никого нет? Вот и все. А интересно... С какой высоты мы должны спрыгнуть, чтобы мы умерли? Похоже, что это есть пути замка. Вызвать Куру тростником. Конечно, вызывай! Вызывай. Так, это я еще помню. Я в нее играл, когда она только вышла. Прямо только вышла и прям сразу скачал. Сразу скачал, вот. И я вот помню до этого момента что-то, а потом... Сейчас, короче, мы будем драться, блядь, с мужиком с одним. Волк, ты нашел выход. Ну да. Теперь давай уходите сюда. Джой. Джой. Да, господин. Как все удобно. Джой. Вместо «да, господин». Зачем? Джой. Джой. А подумай только, это единственный способ. Вот вместо говорить начальнику, есть капитан там, да, господин, говорит «джой». Джой, блядь. Вот тебе скажут, чем сделать, скажи «джой».
Скажет, ты что, ебанутый, я говорю. А ты такой, я японец, я джой. Вот. Че я за хуйню несу? Ладно, пойдем. Сейчас будет бой, который мы не можем выиграть, сразу тебе говорю. Видишь вот этого пидораса? Вот, видишь его? Мы с ним ничего не можем сделать. Мы с ним ничего не сделаем, потому что он... Это скрипт. Это скрипт, мы не сможем просто его победить. Он бессмертный. Божественный наследник. Последний раз мы виделись на похоронах вашего дяди. Пиздюк какой-то мелкий, блядь. Пиздюк какой-то, смотри, у него даже усы толком не растут. Господин Генитаро, Генитиро. Я. Ну, блядь, ты видел этот пушок девственный? Какой он нахуй там этот господин? Спасибо. В смысле симанин, блядь? А где аригато? Это что, не японский? Или это какой-то старый японский? Ну, сука, самурай это точно японец. Ни китай, ни хуя. О, блядь, как красиво-то нахуй. Давай драться. Давай махаться, блядь. Сейчас весь твой пушок подрежу тебе. Значит, благородный синоби решил заступить нам путь. Блядь, у него больше дилда. Ты посмотри, какой у него мечака, блядь, длинный. Это хоть хуёво. И что мне с ним делать? Блядь! О! Ой, блядь, что это? Я пытался, это невозможно, это скрипт. Ну вообще похуй, блядь. Поебать! Охуеть. Ебануться. А ну давай блядь. Пизда. Я тебе говорю, это невозможно. Ой, блядь. Ну да. Да, мы будем без... Это я тебе не говорил. Ебать, он мой сочно отрубил, как по маслу, блядь. Ну что это за обезьянка, блядь? Мы с ним должны махаться. Я не знаю, будем ли мы, потому что я не приходил в эту игру. Мы должны его будем убить. Я тебе, блядь, не то, что нахуй, я тебе не то, что руку отрежу, я тебе все твои яйца отрежу, блядь, причиндала нахуй. А что, что ты пиздишь нахуй? Иди побрейся, сука. Божественный наследник, пойдет со мной. И тебе потом, блядь, дам божественный наследник, сука. Ходит в изъебистый пидор, блядь. Нахуй, сейчас скоро увидим. Он просто слепой, блядь. Он слепой, он не видит. Он слишком глаза узко, блядь, зажмурил. Я ему потом их разрежу, блядь. Чтобы он получше вот, с еньками своими увидел. Кто я такой на самом деле, блядь. Сейчас, блядь, накачаемся мы и пизда тебе. Козел. Нас, видимо, кто-то подобрал. Кто-то нас подобрал. Не помню, кто, блядь. Не помню. Давно играл в эту игру. Все, дальше я, типа, вообще хуйню помню, блядь. Помню, будет какие-то катапульты, блядь. Или еще что-то типа того. Вот, ну, да. Вставай, синоби. С протезиком, смотри-ка, мужик. С протезиком. Да, это я тоже помню. А у нас потом крюк вот этот будет, который я только, правда, я не знаю. Блять, как ты рукой шевелишь? Там же еще нет этих невропатологов, которые, блять, могут этими. Ну как он, типа, рука обычная, она вот так вот обычная, так и будет. Все, ты больше ничего не сделаешь. Как он двигает пальцами? Итак, ты пришел в себя. Похоже, смерть тебе не горит. Пока что. Да. Не, японский прикольный, когда на нем пиздят быстро. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так вот. Тогда он прикольный, красивый. Протез синоби. Протез, заготовленный резчиком. Копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов. Протез испещрен следами ударов и покрыт многочисленными пятнами крови и масла. Но механизм нисколько не пострадал. Отлично. А мы на этом будем заканчивать? Нет, какой нахуй заканчивать? 30 минут только прошло. Давай дальше ебашить. Или будем? Не, давай, наверное, будем, все. В следующей серии она, значит, будет подольше. Вот так, потому что, ну, это нормальный конец, скажем так. Все, а пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, обязательно пишите. Вот. Подписывайтесь на канал, конечно же. Все, всем до скорых встреч, до новых серий, до новых игр. Всем пока.